Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем оперативное совещание в режиме видеоконференц-связи. Начнем с итогов прошедшей недели. Состоялся очередной визит в Кирилловский район. Осмотрел ход реализации моих поручений с первой волны градостроительных советов. Практически все объекты сдаются в установленные сроки. Есть единичные отклонения. Но, как заверяет руководство района, все вопросы решаются в оперативном режиме. Ну и провели вторую волну градостроительных советов. Это уже 10-й район, который я посетил на этой неделе. Продолжаем посещение районов. Самое главное то, что люди поверили в то, что те поручения, которые были первой волны, выполняются строго установленные сроки. Второй волне протокольно мы закрепляем наши поручения по строительству, ремонту, реконструкции уже следующих объектов, улично-дорожной сети, социальных объектов. Ну и, конечно, основное внимание уделяем приведению в порядок воинских мемориалов, потому что до Дня Победы, юбилея Победы осталось совсем мало времени, поэтому этому надо уделять все более пристальное внимание. Также на градостроительном совете мы дали старт новому региональному проекту по моей инициативе «Детская школа искусств. Вектор развития». Об этом говорил президент в своем послании федеральному собранию. Он говорил о том, что необходимо создавать условия для детей, в том числе в сельской местности. И вот детские школы искусств – это как раз те учреждения, которые и привлекают в свои стены огромное количество детишек, вологжан, которые в них учатся во всех муниципальных образованиях Вологодской области. Школы давно, наверное, с советских времен капитально не ремонтировались, школы искусств, поэтому принято решение о запуске этого проекта. Мы должны привести все школы искусств, которые работают в сельской местности Вологодской области, в нормативное состояние, закупить новое оборудование, провести капитальные ремонты. Таких школ более 30, поэтому приняли решение за 5 лет, ежегодно выделяя 25 миллионов рублей, поставить на ремонт школы искусств во всех муниципальных образованиях. Поэтому поручаю Тене Николаевне внести изменения в бюджет ежегодно по 25 миллионов рублей. И потихоньку за 5 лет мы эти школы в порядок приведем. Но органы местного самоуправления, те, кто заинтересован, а я думаю, что заинтересованы все, в проведении капитальных ремонтов прошу обеспечить необходимое софинансирование. Также состоялся объезд социальных объектов, проверял ход производства строительных работ по строительству детского дошкольного учреждения в Вологодском районе, поселок Марфино. Степень готовности 39%. Строители уже приступили к монтажу кровли, закрывают контур, необходимо подать тепло, и к 1 сентября детский сад Марфино должен быть открыт. Поэтому давайте мы тоже такое поручение департаменту строительства и главе Вологодского района оформим. 1 сентября дети, а там более 100 мест мы создаем, должны пойти в новый современный детский сад с ясельными группами. Это опять же еще одно поручение нашего президента по открытию дополнительных мест, особенно ясельных мест в детских дошкольных учреждениях Вологодской области. Состоялось заседание коллегии ОМВД России по Вологодской области. Поблагодарил сотрудников за профессиональную работу в ушедшем 2019 году, наметили план на 2020 год. Уровень доверия к работе Вологодской полиции растет, и это не может нас не радовать. Также на коллегии подтвердил продолжение профессиональных конкурсов, конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников. Это подразделение по делам несовершеннолетних, сотрудники дорожно-патрульной службы, участковые уполномоченные полиции, конкурс будет ежегодным и будет поддерживаться правительством Вологодской области выделением специальных призов победителям конкурсов профессионального мастерства. В рамках Дня российского студенчества, который мы отмечали на прошлой неделе, посетил областной медицинский колледж, поговорил с ребятами, посмотрел, в каких условиях они учатся, воспитываются. Принято решение о выделении 30 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов, закупку нового современного оборудования. Ну и еще одна новация. Принято решение о том, что с 1 сентября 2020 года мы увеличиваем целевой набор выпускников уже не только 11-х, а и 9-х классов на базе Вологодского медицинского колледжа и Великоутинского медицинского колледжа для того, чтобы по наиболее востребованным
профессиям, это сестринское отдело, 50 мест позволили нам ежегодно набирать ребятишек, чтобы заполнять вакантные места. Поэтому решение принято с 1 сентября, плюс 50 дополнительных мест для выпускников 9 классов должно быть организовано. Поэтому хочу, чтобы департамент образования и департамент здравоохранения начали уже работу по выполнению моих поручений. Прошли массовые мероприятия в субботу городского фестиваля в Вологде «Дыхание улиц». Огромное количество ребят и с образовательных школ, и практически всех колледжев, техникумов, высших учебных заведений соревновались на открытом воздухе. Хорошая погода, отличное настроение, поэтому посмотрел все площадки проведения фестиваля. Фестиваль ежегодный проводится как «Дыхание улиц» летом, так уже и зимой. И это абсолютно правильно, потому что двигательная активность, здоровый образ жизни должно стать таким молодежным трендом, модным течением в студенческой среде. Также состоялась встреча со студентами высших средних профессиональных учебных заведений в Татьянин день, в День студентов, на базе Вологодского государственного университета. Диалог на равных, 150 ребят в режиме нон-стоп задавали мне вопросы, очень интересно побеседовали. Поэтому будем продолжать диалог на равных с молодежной аудиторией. Попрошу всех, заместителей губернатора, руководителей департаментов, глав муниципальных образований, чаще встречаться с молодежью. Поверьте, вопросы очень непростые, но они на злобу дня, как говорится, на злобу дня. Поэтому комментировать то, что происходит в стране, в мире, геополитические процессы, которые происходят, ситуация в области, в муниципальных образованиях, надо общаться с молодежью, потому что, как бы банально это ни звучало, молодежь наша будущее. Давайте о ней заботиться вместе. Теперь о мероприятиях текущей наступившей недели. Сегодня уже утром мы провели церемонию возложения венков жителям блокадного Ленинграда, цветов, к монументу в честь освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков 76 лет назад. К сожалению, время неумолимо. У нас в Вологодской области осталось живых 192 человека, которые провели в блокадном Ленинграде свою юность. И, конечно, мы пожелали здоровья тем, кто живет среди нас в Вологде, в Вологодской области, и которые вынесли на своих плечах все тяготы этой страшной блокады, которая произошла много лет назад. Также сегодня рано утром от имени президента Российской Федерации вручил первую государственную награду, юбилейную награду жителю Вологодской области, посвященную победе, 75-летию победы в Великой Отечественной войне, Котлер Мэри Файвушевне. 96 лет только что исполнилось ей, она блокадница, всю юность свою провела в блокадном Ленинграде от начала блокады до ее окончания. И вот первую награду я вручил, поэтому, уважаемые коллеги, мы приступаем в соответствии с указом президента Российской Федерации к вручению юбилейных наград 75 лет победы в Великой Отечественной войне во всех муниципальных образованиях области. Прошу принять личное участие, поздравить наших ветеранов, вручить в торжественной обстановке государственные награды тем, кто еще сможет прийти в городские и местные администрации с исполнением гимна, со всеми воинскими почестями. Поэтому прошу, уважаемые коллеги, принять личное участие. Также на этой неделе состоится визит в Усть-Кубинский район. Проверю ход выполнения моих поручений с первой волны градостроительного совета, проведу градостроительный совет, поговорим с жителями, что их интересует, что необходимо сделать для того, чтобы в каждом муниципальном районе мы сумели сделать то, что больше всего волнует людей, которые живут на территориях. Продолжаем развитие территорий, продолжаем развитие муниципальных образований. Также хочу посетить строительство газопровода. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов на Кириллов, Белозерск, Липинбор, Вытегру. Газопровод активно строится. К началу отопительного сезона в Кириллов должен прийти магистральный газ, поэтому поговорю со строителями, как
они работают в таких сложных погодных условиях, в болотах, тянут нитку газопровода. И хотел бы сказать всем главам муниципальных образований, которые газ придет в самое ближайшее время, о том, что схема газификации муниципальных образований должна быть закончена к концу этого года везде. Поэтому уделите этому особое внимание. А то, когда магистральный газ придет на территорию, а схемы газификации нет, это будет ваша личная ответственность перед населением, которое ждет голубого топлива и ждет снижения тарифа на отопление. Также пройдут другие рабочие встречи и совещания. Неделя тоже будет очень насыщена. Переходим к информационным сообщениям и докладам. Уважаемые коллеги, как вы помните, в 2019 году мы вместе с вами приняли решение о старте программы «Культурный экспресс». Лучшие творческие коллективы, государственные ансамбли посетили 100, более 100 городских и сельских территорий во всех 26 муниципальных образованиях. Мы проехали практически по всем сельским домам культуры и показали свои лучшие творческие постановки, концерты, мюзиклы, показали жителям отдаленных населенных пунктов. За год проведено 130 мероприятий, концертов, просмотров. Их посетило 20 тысяч человек. Представляете, какой огромный интерес жителей глубинки Вологодской области, сельских территорий, вызывают концерты наших ведущих государственных ансамблей. И это здорово, поэтому в этом году мы приняли решение продолжить проект «Культурный экспресс», но уже приуроченный к юбилею Великой Победы. «Культурный экспресс» этого года будет называться «Дорогами Победы». И вот первый выезд состоится уже в начале февраля, поэтому предоставляю слово начальнику департамента культуры Сиповского Владимиру Александровичу. Расскажите, пожалуйста, как будет проходить «Культурный экспресс» «Дорогами Победы» в 2020 году. Пожалуйста. Александр, решите с места? Да. Да, действительно, в соответствии с вашим поручением мы «Культурный экспресс» переработали в рамках Года памяти и славы, назвали его «Культурный экспресс» «Дорогами Победы». В этом году все мероприятия будут посвящены нашей славной дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Целевые категории населения – это, в первую очередь, ветераны, дети войны, труженики тыла, ну и все население всех муниципальных образований Вологодской области, потому что все 26 муниципальных образований также посетят коллективы, которые участвуют в мероприятиях «Культурного экспресса». В этом году приоритетными задачами является обеспечение возможности получения жителями отдаленных территорий области качественными услугами в сфере культуры и искусства, потому что мы, памятуя о том, что обращения глав в ваш адрес были, мы также в этом году предусмотрели и посещение культурного экспресса районных центров. То есть не только сельские поселения станут площадками для проведения мероприятий культурного экспресса, но и как раз районные центры. Вот представлены основные задачи. Задача культурного экспресса года 2020-го. Ну и основные мероприятия, конечно, будут посвящены празднованию 75-летия Победы и воспитанию гордости и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Всего мы планируем, что в этом году будет 185 таких мероприятий. Это больше, чем в прошлом году. И более 30 тысяч человек они смогут посетить все мероприятия, которые мы планируем в рамках проведения культурного экспресса «Дорогами Победы». 116 городских и сельских поселений – это охват культурного экспресса 2020 года. Это все, по-прежнему, все муниципальные образование, в том числе и каждый районный центр посетят учреждения культуры, государственные учреждения культуры в этом году. График расписан таким образом, что мы начинаем, как вы сказали уже, Александрович, в феврале этого года и заканчиваем не только в мае, но и мероприятия мы также будем проводить 22 июня. Ну, еще есть у нас определенные планы провести мероприятие вообще в целом в этом году. Основные участники этой программы те же самые. Театры, государственные культурные учреждения – это Вологодская областная филармония. В этом году к нам присоединилась картинная галерея, которая представит то,
тоже проекты, связанные с празднованием 75-летия Победы. Плюс у нас два образовательных учреждения, Вологда и Череповец, колледж и училище. И плюс в этом году также в Культурном экспрессе поедет заслуженный коллектив народного творчества «Хор ветеранов войны» туда имени Чибисова. Вот те основные учреждения, которые примут участие в этом культурном экспрессе. Основные направления реализации – это спектакли, концертные программы филармонических коллективов, а также концертные программы коллективов народного фольклорного этнографического творчества. Мы планируем, что в каждом районе мы покажем кинопоказы, посвященные 75-летию Победы, ну и концертные программы творческих коллективов образовательных организаций. Каждое из таких мероприятий будет сопровождаться передвижными выставками Вологодской областной картинной галереи, как правило, художников, участников Великой Отечественной войны «Вологжан». Ну и также примет участие с концертной программой из песен военных лет заслуженный коллектив народного творчества ветеранов войны и труда. Старт программы, как вы уже сказали, 19 февраля. Мы предлагаем, Александр, что стартуем спектаклем «Саня, Ваня, сними Рима» Вологодского ордена «Знак почета» драматического театра в Череповецком районе, в поселке Шулма, Глазского сельского поселения. Также сквозной нитью этих мероприятий будет 23 февраля, 9 мая, 22 июня. И заключительным выездом именно этого этапа 24 июня в Центре народной культуры кинопоказом фильмов военной тематики в Белозерском районе, в Ватушском доме культуры. Мы, как правило, задействуем все площадки, которые в прошлом году отремонтировали, Александр, по проекту «Сельский дом культуры», или уже отремонтируем в рамках этого же проекта в этом году. У меня все, доклад закончен. Спасибо. Уважаемые коллеги, я утвердил программу губернатора области «Культурный экспресс с дорогами Победы». Вот она. Эта программа сегодня будет опубликована на сайте Департамента культуры и на моем сайте olegkushennikov.ru. Здесь все даты проведения культурного экспресса во всех муниципальных образованиях, тематика, время. Поэтому прошу глав муниципальных образований взять на контроль проведение культурного экспресса «Дорогами Победы», подготовки залов, оповещение жителей, потому что в прошлом году, к великому сожалению, в некоторых муниципальных образованиях, сельских территориях о приезде ведущих государственных ансамблей и театров Вологодской области не знали ничего. Не было проведено оповещение населения, не были готовы залы, залы были полупустые. Это буквально 2-3 сельских поселения, не буду называть, все вы знаете, я служебное расследование даже запускал по этому поводу. Поэтому, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. Это лучшие наши творческие коллективы Вологодской области. Они едут к вам. Возьмите на контроль. Уважаемые коллеги, в 2020 году я продолжаю держать на личном контроле реализацию региональных проектов в рамках указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. На каждом оперативном совещании заместители губернатора будут докладывать о ходе реализации региональных проектов, достижения ключевых показателей эффективности. Начинаем сегодня с региональных проектов в сфере образования. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Это национальные проекты, региональных проектах доложит команде Лариса Владимировна, заместитель губернатора. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Олег Александрович, уважаемые коллеги. Название проекта, первого регионального проекта «Учитель будущего» прослеживается его главная цель – развитие профессиональных компетенций педагогов, создание действенной системы стимулирования профессионального роста руководящих и педагогических работников системы образования. Конкретно в цифрах это означает, что к 2024 году каждый второй педагог, 50% учителей, будет охвачен системой профессионального сопровождения. Следует отметить, что опора на подготовленные мотивированные педагогические кадры способствует достижению отдельных национальных целей, определенных в 204 указе президента Российской Федерации, о которых, Олег Александрович, вы сейчас сказали. С целью реализации поставленных
поставленных задач в 2019 году Вологодская область на конкурсной основе вошла в число 11 субъектов Российской Федерации, которые получили субсидии средств федерального бюджета для реализации проекта. Общий объем финансирования проекта составил 90,79 миллиона рублей. Действие финансового соглашения завершилось 31 декабря 2019 года. Денежные средства освоены в полном объеме. В 2020 году продолжает действовать безденежное соглашение с Минпросвещения России о реализации регионального проекта на территории Вологодской области в 2019-2024 годах. В течение 2019 года к соглашению заключены два дополнительных соглашения с целью уточнения значения показателей результатов. В 2020 году предусмотрены средства областного бюджета на операционные расходы центров непрерывного повышения профмастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в размере 47,1 миллиона рублей. Идея проекта «Учитель будущего» – это создание в инновационно-образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогов. Такая инновационно-образовательная среда создается через сеть центров непрерывного повышения профмастерства и центров оценки профмастерства. В 2019 году на территории области созданы открыты 4 центра, а именно 3 центра по модели «Стандарт Вологде» на базе Вологодский институт развития образования и по модели «Мини-стандарт» в городе Череповце на базе филиала Вологодский институт развития образования, в городе Великий Устюг на базе Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа. А также был открыт Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов как самостоятельное юридическое лицо в Вологде. Участниками мероприятий центров являются все педагогические руководящие работники образовательных организаций из 28 муниципальных образований области. Центры непрерывного повышения профмастерства своей деятельностью охватывает муниципальное образование в соответствии с распределением, показанным на карте. В 2019 году наши действия были сконцентрированы на создании новой инновационной образовательной инфраструктуры, а в 2020 году акцент на содержании деятельности центров, на мероприятия и активность для педагогических руководящих работников. Следует отметить, что для обеспечения реализации данной модели будут задействованы и современное цифровое оборудование, новые образовательные программы, лучшие педагоги и эксперты. Все контрольные точки результаты паспорта в прошедшем году выполнены. В 2020 году для достижения 5 результатов предусмотрено 27 контрольных точек. В настоящее время риски срыва не выявлены. Нам предстоит обеспечить подготовку к внедрению в 2021 году системы аттестации руководителей организации, возможность повышения уровня профмастерства не менее 5% педагогических работников, процедуру добровольной независимой оценки профквалификации не менее чем 0,8, то есть 184 педагогических работника, проведение мероприятий по поддержке и сопровождению не менее 30% педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы, ну а также функционирование открытых центров непрерывного повышения профмастерства и оценки профмастерства и квалификации педагогов. Это что касается проекта «Учитель будущего». Спасибо. То есть риска срыва контрольных точек нет? Нет. Спасибо. Следующий проект. Новые возможности для каждого. В условиях стремительного ускорения изменений на рынке технологий возрастает потребность в непрерывном обновлении работающими гражданами своих профессиональных знаний, а также приобретении новых профессиональных навыков и компетенций. В реальности же мы наблюдаем достаточно низкую вовлеченность граждан, так по статистике только 17-20% включены в программу повышения квалификации и переподготовки. Таким образом, задача данного проекта – это вовлечение взрослого населения в образовательное пространство и повышение доступности и вариативности программ обучения. Следует отметить, что идеология реализации федерального проекта предусматривает проведение мероприятий в основном на федеральном уровне. Но вместе с тем необходим все-таки комплексный подход к этой задаче. И в ходе разработки концепции реализации нацпроекта образования Минпрос рекомендовал регионам разработать соответствующий проект и на региональном уровне, что и было сделано. В связи с этим заключение соглашений с Министерством просвещения не предусмотрено. В то же время организация обучения граждан по программам непрерывного образования осуществляется за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных
образовательных услуг. Есть и плановый показатель. В 2020 году он сохранен на уровне 2019 года 16 тысяч человек, хотя следует отметить, что в 2019 году по факту у нас было превышение исполнения планового значения показателя. В 2020 году таким образом риски недостижения показателя отсутствуют, и в настоящее время в колледжах области реализуется 419 дополнительных образовательных программ и программ профобучения, что выше, чем в 2019 году, в 1,3 раза больше. И кроме того, отмечу, что в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в 2020 году будут созданы 15 современных мастерских по направлению строительства и сельское хозяйство, что обеспечит к концу текущего года увеличение количества дополнительных образовательных программ и программ профобучения и количества обучающихся. Таким образом, в 2019 году выполнены все контрольные точки и результаты. В 2020 запланировано достижение двух результатов. Подготовка не менее 52 педработников и пройдут обучение не менее 16 тысяч человек по программам непрерывного образования. 8 контрольных точек для обеспечения их достижения. Риски недостижения результатов отсутствуют. Хочу отметить также, что непрерывное обучение граждан организовано в 26 профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования. Особо востребованы программы «Пекарь», «Теория, методика дошкольного воспитания», «Компьютерная грамотность», «Финансовая грамотность», «Парикмахерское дело», «Основы маникюра», «Дело производства», «Автослесарь», «Станочник», «Металлообработка», «Слесарь-ремонтник». Все эти программы разработаны с учетом перечня востребованных и перспективных профессий, специальностей на региональном рынке труда. Ну а также хотелось бы отметить, что у этой программы особый эффект для региона – это повышение производительности труда, развитие малого бизнеса за счет открытия собственного дела. И таким образом региональный проект «Новые возможности для каждого» не только способствует достижению задач нас, проектов, реализуемых на территории области, но и имеет большой дальнейший потенциал для развития экономики региона. У меня все. Спасибо, Лариса Владимировна. Прошу держать реализацию региональных проектов на личном контроле. Уважаемые коллеги, как я и обещал, мы продолжаем рассмотрение обращений волокжан, поступающих через социальные сети. За прошедшую неделю с 16 по 26 января в систему «Инцидент менеджмент» поступило и нами зафиксировано 1532 обращения. Наибольшее количество поступило в адрес администрации города Вологды, мэрии города Череповца и администрации Великоустюгского муниципального района. Ну, наверное, это и не случайно, потому что 60% населения Вологодской области как раз и проживают на территории этих муниципальных образований. Среди органов государственной исполнительной власти наибольшее количество обращений поступило в департамент дорожного хозяйства и транспорта области и департамент топливно-энергетического комплекса. Давайте рассмотрим наиболее частые обращения и прокомментируем причины их возникновения. Большой резонанс среди жителей области возник в связи с повышением стоимости заправки газовых баллонов. Вот несколько обращений жестких, которые поступило через систему «Инцидент менеджмент». Объясните, пожалуйста, откуда такая цена за газ в баллонах? Сегодня из деревни за 20 километров приехали на газовый участок за баллонами. Сами приехали на участок, выгрузили, загрузили сами. За какую доставку берется 233 рубля? Баллон газа 1400 рублей. В газовой стране. Ужас. Второе обращение. Их множество, кстати, я только зачитаю несколько. Люди, посмотрите, что делают на единственной газозаправочной станции в Соколе, на улице Овражной. Цена 50-литрового баллона 1200 рублей для населения с 1 января 2020 года. Ну и множество других комментариев. Поэтому хорошо, поэтому попрошу прокомментировать ситуацию, исполняющий обязанности начальника департамента ТЭК Михаила Борисовича Кривохижина. Что происходит? Почему произошел такой резкий взрывной рост на газовые баллоны? Пожалуйста. Уважаемый Олег Александрович, уважаемые участники совещания, изменилось федеральное законодательство, и стоимость жирного газа исключена размер платы по доставке, то есть сейчас вот доставка – это нерегулируемый вид деятельности, и газоснабжающая организация самостоятельно определяет данный размер платы.
Ну, уполномоченная организация у нас на территории Вологодской области – это управление «Севергаз». С 1 января 2020 года стоимость жиженного газа утверждена 37 рублей 34 копейки – это за килограмм. То есть сам жиженный газ стоит в 50-литровом баллоне 746, плюс доставка 456 рублей. Но в настоящее время что сделано? В управлении Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области подготовлено обращение по данной ситуации, чтобы были приняты меры антимонопольного реагирования. Также в Федеральную службу ФАС тоже готовит сейчас обращение по внесению изменений в действующее законодательство в части возврата государственного регулирования услуги по доставке жиженного газа населению. Проблема существует, ей занимаемся. Проблема не то, что существует, проблема вошла в топ самых главных вопросов, которые задает население через социальные сети и в онлайн-приемную губернатора. Поэтому нам необходимо выйти на федеральный уровень через Государственную Думу, через Совет Федерации, через министерство профильное о возврате государственного регулирования услуг по доставке жиженного газа населению. Потому что судя по тем цифрам, которые вы только что назвали, у нас доставка занимает 50% стоимости, более 50% стоимости самого баллона. Этого не может быть априори. На газ тариф регулируется, а на доставку не регулируется. И поэтому сейчас основная прибыль компании, которая поставляет жиженый газ населению, формируется на тарифе на доставку, который государством не регулируется. Вот давайте-ка мы вернем. Выйдем с инициативой вернуть регулирование. Соответственно, абсолютно правильное решение через ФАС обжаловать решение о установке тарифа на доставку баллонов. Третье. Там, где это возможно, необходимо доставлять газ населению при поддержке муниципальных органов власти, особенно это касается отдаленных населенных пунктов, где людям зачастую сложно выбраться за газом на газонаполнительные станции. Ну и если на федеральном уровне все-таки нам откажут в возврате государственного регулирования тарифов на доставку жиженного газа, тогда нам придется увеличить размер ежегодной денежной компенсации за жиженный газ тем, кто в этом наиболее нуждается. То есть тем группам населения, которые не могут позволить себе оплатить столь высокий тариф на доставку жиженного газа. Поэтому давайте выходим с этим инициативой. Договорились. Понятно. Еще один резонансный вопрос – это состояние нашей региональной дороги, которую мы передаем в федеральную собственность. Это Чекшино-Тотьма, отворотка от федеральной трассы в сторону Великого Устюга. Вот мне в онлайн-приемную передали ролик, который я хотел бы вам показать. Трасса разбомблена, люди едут по обочинам, ямочный ремонт не производится, хотя в Российской Федерации разработана технология и проведение ямочного ремонта, в том числе при отрицательных температурах и при повышенной влажности. Вы видите, что даже крупные ямы не заделываются, подрядная организация свои обязанности не выполняет. Я попрошу руководителя департамента транспорта Андрея Николаевича Накрашаева прокомментировать, что происходит, и провести служебное расследование о причинах невыполнения контрактных обязательств по ремонту региональной сети дорог общего пользования. Пожалуйста. Уважаемый Олег Александрович, уважаемые участники оперативного совещания, протяженность дороги от Чекшино до Тотьма составляет более 130 километров. Ремонт данной дороги проводится ежегодно. В 2019 году было восстановлено полотна более 3,5 километров, а также выполнялся ямочный ремонт на протяжении всей дороги. В 2019 году также ремонт был сделан на участке более 10 километров и выполнялся ямочный ремонт постоянно. Вместе с тем, в этом году ввиду неблагоприятных погодных условий, постоянного перехода через ноль и движения большегрузного транспорта на отдельных
земельных участков общей протяженностью порядка 15 километров образовалась критическая ситуация ввиду такой ненормативной сплошной ямочности, которую мы сейчас видели на ролике. Ремонт данных участков подрядной организации производился традиционными холодными асфальтобетонными смесями, которые ввиду данных погодных условий не дали никакого эффекта. То есть данный ремонт, он был недолговечный и проблему, по большому счету, не решал. Ввиду этого подрядчику было дано предписание закупить специальную технику, о которой вы сейчас сказали, Олег Александрович, это так называемая установка по работе с литым асфальтом, которая позволяет производить ремонт асфальтобетонного покрытия при отрицательных погодных условиях до минус 10 градусов Цельсия и при условиях влажности. Данная установка прибыла на прошлой неделе, в конце недели, в пятницу, и сейчас производятся пусконаладочные работы. С середины этой недели данная установка приступит к ремонту этих проблемных участков. Дмитрий Николаевич, вы выйдете вместе с этой установкой на дорогу, сделайте фотоотчет мне, или я сам проеду по этой дороге и посмотрю, как проводится ямочный ремонт этой дороги, в том числе в условиях отрицательных температур. Это касается наиболее проблемных участков. Эта работа должна проводиться круглогодично. И ждать, когда растает снег, и когда вместе со снегом остатки асфальта сойдут на нет, и когда люди там будут отрывать колеса, ни в коем случае нельзя. Поэтому если подрядная организация не будет выполнять своих обязательств по текущему содержанию этой дороги, то, соответственно, будет привлечена к ответственности приказом департамента. Поэтому подготовьте такие предложения. И жду от вас фотоотчета, выложите фотоотчет на оперативном совещании в следующий понедельник в 2 часа. Отчитайтесь, как ведутся работы по устранению ямочности на этой дороге. Уважаемые коллеги, я обращаюсь ко всем. У нас наконец-то температура наружного воздуха вернулась к климатическим нормам. На улице морозно, идут снегопады. Вот у меня перед глазами прогноз Росгидромета по Вологодской области на ближайшую неделю. Снегопады ожидают, особенно в восточных районах, ожидается особенно в восточных и центральных районах Вологодской области. Поэтому никаких выходных, никаких праздничных дней. Вся техника должна в круглосуточном режиме работать по расчистке дорог, обработке противогололедными реагентными составами. И никаких срывов быть не должно. На следующей неделе попрошу доложить мне по звонкам на телефонной горячей линии департамента по количеству обращений, в каких муниципальных образованиях наибольшая проблема по уборке улично-дорожной сети и региональных и муниципальных дорог Вологодской области, для того, чтобы применять меры немедленного реагирования в режиме реального времени. Поэтому, коллеги, попрошу взять на контроль гололед, посыпайте реагентными растворами. Снег, не ждите, когда утром выйдут на трассы школьные автобусы, общественный транспорт, личный транспорт. Все работы проводите до массового потока общественного и личного транспорта на дорожной сети региона. Возьмите, пожалуйста, на контроль. Уважаемые коллеги, мы рассмотрели все вопросы оперативного совещания. Заседание правительства проведет Кольцов Антон Викторович. Всем спасибо за работу.
Так, коллеги, давайте начинать. Так, начинаем. Кворум у нас имеется, коллеги. Спасибо. В основной повестке заседания правительства области 26 проектов постановлений, 2 проекта законов, 18 информации, 5 проектов федеральных законов. Будут ли изменения в основную повестку? Да. Да, пожалуйста. Ну, значит, прошу исключить пункт 5 раздела 4 из повестки в связи с тем, что решение по нему уже принято путем опроса членов правительства. Да, хорошо, спасибо. Еще будут изменения в основной повестке? Других изменений нет. Предлагаю принять основную повестку с учетом изменений. Кто за? Против? Спасибо. О внесении изменений постановления правительства области от 4 апреля 2011 года 303 об утверждении структуры предельной численности и фонда оплаты труда терфонда обязательного медицинского страхования. И с принятием закона Вологодской области номер 4615 от 6 декабря 2019 года о бюджете ФОМС Вологодской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов предлагается внести изменение постановления правительства области от 4 апреля 2011 года номер 303 об утверждении структуры предельной численности и фонда оплаты труда от ФОМС Вологодской области в части годового фонда оплаты труда, приведя его в соответствие с законом области. Спасибо. Внесение изменений постановления правительства области от 18 июля 2005 года 723 порядок управления многоквартирным домом. В настоящем проекте постановления вносится изменение постановления правительства области от 18 июля 2005 года номер 723 о порядке управления многоквартирным домом, все помещения, в котором находится собственность Вологодской области. Проектом постановления предлагается исключить обязанности управляющей организации по обеспечению потребований заказчика, нанимателей, выдачи в день обобщения выписки из домовой книги, а также урегулировать вопросы проведения открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирным домом и единообразного применения формулировок и норм законодательства о проведении открытого конкурса. Хорошо. О внесении изменений постановления правительства области от 30 октября 2008 года 2095 положение об оплате труда работников государственных учреждений области, комитет гражданской защиты. Положение об оплате труда приводится в соответствии с законодательством по профстандартам. О передаче в муниципальную собственность муниципального образования город Вологда имущества Вологодской области. Собственность муниципального образования город Вологда передается о помещении в городе Вологде улицами 1921А, предназначенном для предоставления помещений для работы на обслуживаемом административном участке городского округа, сотрудников, занимаемых должностью участкового уполномоченного полиции, со всеми согласованными. Спасибо. Внесение изменений постановления правительства области от 17 марта 2014 года 209 порядок предоставления компенсации родителям детей, посещающих образовательные организации. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые члены правительства, данным проектом вносятся дополнения по предоставлению компенсации родителям, кто внес родительскую плату за счет средств материнского капитала во исполнение принятого закона области от 17 июля 2013 года 3140 УЗ о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Да, спасибо. Внесение изменений постановления правительства области от 8 ноября 2010 года 1285 о создании запасов для обеспечения мероприятий гражданской обороны. Положение о запасах приводится в соответствии с последними методическими рекомендациями МЧС России. Внесение изменений постановления правительства области от 1 октября 2018 года 856 об утверждении планов графиков подготовки генпланов муниципальных образований. Настоящий проект постановления разработан в целях исполнения положения утвержденного постановления правительства области 16 июля 2018 года номером 645 в силу того, что планы графика выдержать на текущие и последующие два года. Согласно планам графика, у нас ставится задача на 2020 год 20 генеральных планов, тем самым достижение 100% обеспечения муниципальных образований и оставшиеся 131 ЦЗЗ правил дополнительных. Спасибо. О внесении изменений постановления правительства области от 28 октября 2013 года 11.07 госпрограммы «Энергоэффективность развития газификации». Уважаемый Антон Викторович, уважаемые члены правительства, в соответствии с законом области проектом предусмотрено перераспределение финансовых средств, направленных на реализацию государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации» на 2014-2020 годы. Плановые значения показателей под программу остались без изменения, скорректированную сумму. Доклад закончил. Спасибо. Внесение изменений постановления правительства области от 27 мая 2015 года 439 порядок разработки и реализации оценки эффективности госпрограммы.
Поверхом устанавливается полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя мероприятий госпрограмм по разработке, утверждению, корректировке порядков, определяющих способы сбора, обработки исходной информации для расчета показателей госпрограммы, которые являются показателями ведомственной отчетности, в отношении которых ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель является ответственным за сбор данных. За сбор данных показателей. Также утверждается порядок реализации указанных полномочий. Кроме того, вносится уточнение в части того, что подпрограмма является приложением государственной программы. В случаях, если в рамках подпрограммы предусмотрены субсидии или иные межбюджетные дотации бюджета муниципальных образований, то подпрограмма должна содержать правила предоставления и расходования соответствующих субсидий или иных межбюджетных трансфертов. Кроме того, с учетом действующей практики о закупке и утверждении госпрограмм, уточнены требования к отражению финансового обеспечения в паспорте государственной программы. Кроме того, в госпрограмме предусматривается отражение связи основных мероприятий и проектов в рамках таблицы перечень основных мероприятий. В связи с тем, что в настоящем проекте предлагается проект решения правительства, предлагается рассмотреть возможность его согласования. Данный проект решения был согласован со всем и предлагается поручить органам исполнительной госвласти, ответственным исполнителям, соисполнителям, исполнителям мероприятий по списку реализовать следующие действия. Первое. В срок до 1 июня 2020 года обеспечить соответствующие изменения государственной программы в соответствии с данными изменениями. И во-вторых, в части госпрограмм области, период реализации которых начинается с 2021 года, в срок до 31 декабря 2020 года обеспечить подготовку и утверждение порядков, определяющих способ сбора и обработки исходной информации для расчета показателей госпрограмм. Спасибо. О внесении изменений постановления Правительства области 14 сентября 2009 года 1377 об утверждении положения об особо охраняемых природных территориях. Уточняется граница особо охраняемых природных территорий Витебского района, памятник природы Белого ручья, природных заказников Ежезерский, Куштозерский после проведения кадастровых работ. О внесении изменений постановления Правительства области от 19 февраля 2007 года 207 утверждение положения памятника природы. Пожалуйста. В результате проведенных кадастровых работ уточнена площадь памятника природы. Утверждение значения нормативных затрат на оказание государственных услуг бюджетным автономным учреждением области. Пожалуйста, департамент управления. Проектом предлагается утвердить значение нормативных затрат на оказание госуслуг и выполнение работ бюджетными автономными учреждениями области, в отношении которых правительство области осуществляет функции полномочий учредителя. Спасибо. О внесении изменений в постановление правительства области от 30 октября 2018 года 981 об утверждении концепции создания Центра выявления и поддержки одаренных детей. Проект подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения по созданию и развитию Центра выявления и поддержки развития способностей и талантов детей и молодежи, созданных с учетом опыта фонда «Талант и успех» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Это рекомендации Министерства просвещения приводятся в соответствии. То же самое, концепция. Аналогично тоже приводится постановление концепция создания детского технопарка в контроле в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения. Понимается. Внесение изменений в постановление Правительства области от 8 февраля 2016 года 101 порядок назначения выплаты ежемесячного социального пособия лицам с хронической почечной недостаточностью. Пожалуйста. Постановление о порядок назначения выплаты ежемесячного социального пособия лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение метанодиализа, приводится в соответствии с законом области. Спасибо. Внесение изменений постановления Правительства области от 2 декабря 2013 года 12.14 об установлении норм полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения обоих родителей и единственного родителя. Пожалуйста. Проектом постановления вносятся изменения от постановления правительства 2 декабря 2013 года номер 12.14. Уточняется формулировка пункта 1 данного постановления и приводится в соответствии с частью 3 статьи 2 закона области от 17 июля 2013 года номер 3140 о мерах социальной поддержки категории граждан. Кроме того, уточняются случаи выдачи продуктов питания или денежной компенсации на основании локального акта и заявления обучающимся. Уточняется, в каких случаях студенты имеют право на получение денежной компенсации вместо
Хорошо, спасибо. Внесение изменений постановления Брюссельской области от 8 апреля 2019 года 353. Правила определения объема предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Проектом постановления вносятся правки правила предоставления субсидий для более эффективной работы по данному направлению деятельности. В частности, уточняется период реализации проекта и упрощаются требования подготовки документации. Спасибо. Внесение изменений постановления Брюссельской области от 5 ноября 2014 года 990 госпрограмма управления региональными финансами. Государственную программу управления региональными финансами вносятся изменения в части правил предоставления и расходования субсидий по проекту «Народный бюджет». Учитывая, что по данному проекту изменилось уровень софинансирования за счет областного бюджета вместо 50-70%, соответственно, уточняются данные правила. Да, спасибо. Об установлении средней стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. Департамент соцзащиты. Проектом предлагается установить на 2020 год среднюю стоимость одного дня пребывания в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, специализированных лагерях, санаторных, курортных и иных организациях, осуществляющих санкурдеятельность. Также среднюю стоимость наборов продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием. Изменяется стоимость на индекс потребительских цен. О внесении изменений постановления Брюссельской области 8 июля 2019 года 632 в государственной информационной системе управления инвестиционной проектной деятельностью. Предлагается включить в состав участников комиссии управления инвестиционной проектной деятельностью подведомственные органы исполнительной госвласти области учреждения и органы местного самоуправления. Спасибо. Признание утратившего силу некоторых нормативных правовых актов Вологодской области. Проектом постановления правительства области предлагается признать утратившим силу постановление администрации Вологодской области и президиума областного совета Федерации профсоюзов от 11 февраля 1992 года номер 91 об утверждении правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении жилых помещений на территории Вологодской области, а также внесенные в него изменения и дополнения в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством. Спасибо. Внесение изменений постановления Брюссельской области от 16 декабря 2019 года 12.34 о единовременных компенсационных выплатах учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Пожалуйста. Проект подготовлен с целью приведения в соответствии с законом области от 13 января 2020 года номер 4651 УЗ о единовременных компенсационных выплатах учителям государственных и муниципальных образовательных организаций области и предусматривает внесение изменений в отдельное положение постановления. Спасибо. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности между Вожегодским городским поселением и Вожегодским муниципальным районом. В настоящем проекте постановления разграничивается имущество между муниципальной собственностью Вожегодского района и поселением городским в части, предназначенной для обеспечения проживающих поселений и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. 4 квартиры в поселке Вожега. Хорошо. Следующий вопрос также ваш. Да, в настоящем проекте постановления разграничивается имущество между сельским поселением Бабаевского и Бабаевского муниципального района, предназначено для организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения водопроводных канализационной сети от Рязанского скважинного. Хорошо. Внесение изменений постановления правительства области от 28 августа 2017 года 779 об утверждении порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение работодателям затрат на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве. Пожалуйста. Проектом предлагается внести изменения в целях установления права для получения субсидий некоммерческими организациями в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Федерации. Об утверждении генплана сельского поселения Андомское Вятигорского муниципального района. Настоящий проект постановления правительства области разработан в целях реализации областного закона 4259 по перераспределению полномочий в области для развития деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти, а также в соответствии с законом области 1446 по регулированию перераспределения деятельности на территории Вологодской области. Настоящий проект генерального плана сельского поселения Андомского был разработан бюджетным учреждением Вологодской области региональным проектом перераспределения центра. Прошел в соответствии с установленным Государственным кодексом согласование, а также публичное слушание. По согласованию были получены замечания. По результатам согласительной комиссии, созданной распоряжением губернатора, были все замечания отрегулированы. В настоящее время заключение по публичным слушаниям, а протокол также прикладывается. Хорошо. Проект закона области о внесении изменений в закон области об оплате труда работников Терфонда обязательного медицинского страхования.
соответствии с тем 15 закона Вологодской области по областному бюджету на 2020 год и плану периода 2021-2022 годов, статью 7 закона Вологодской области в оплате труда работников территориального фонда, взятым из средств страхования Вологодской области, предлагается увеличить должные оклады работников территориального фонда с 1 января 2020 года в 1,2 раза. Принятие настоящего проекта закона не потребует расходов областного бюджета. Спасибо. Проект закона области о внесении изменений в закон области о государственных грантах области в сфере культуры. Уважаемый Антон Викторович, мы исключаем из получителей грантов в сфере культуры общественные организации без образования юридических лиц, а также казенные учреждения. Со всеми согласован, не противоречит нормам федерального законодательства. Хорошо. Информация контрольно-аналитического управления. Уважаемый Антон Викторович, уважаемые члены правительства, из 18 представленных поручений правительства по 5 поручениям запрошено продление. В основном продление связаны с внесениями и изменениями в госпрограммы, связанные с выдачей субсидий бюджетом муниципальных образований на 2020 год. По оставшимся 13 поручениям представлены доклады об исполнении, со всеми согласованы. Просим поддержать. Хорошо. Информация Департамента экономического развития области о ходе разработки предполагаемых сроков принятия акта, предусмотренного соответствующими пунктами. Государственный правовой департамент, докладчик. Согласно закону области о проведении публичного мероприятия на территории Вологодской области, Департаментом экономического развития принят приказ об утверждении формы информирования о месте проведения планируемого публичного мероприятия. Предлагается принять указанную информацию к сведению и в соответствии с законом о контрольных полномочиях ЗСУ направить ее в ЗСУ. Информация Государственного правового департамента, пожалуйста. Все отзывы на проекты федеральных законов рассмотрены в установленном порядке. Обратите, предлагаю внимание на проект второй. Это инициатива правительства Российской Федерации. Предлагается внести изменения в закон о конституционных соглашениях. И на конституционное соглашение, которое заключается в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, распространяются положения, аналогичные объектам теплоснабжения и объектам по переработке и накоплению твердых бытовых отходов. В частности, это существенным условием признается указание в конституционном соглашении объема валовой выручки, получаемой концессионером в рамках конституционного соглашения, и в том числе на каждый год срока действия конституционного соглашения. Предлагается поддержать указанную инициативу. Доклад закончен. Все у вас, да? Хорошо, спасибо. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Департамента строительства. Проектом дополнительного соглашения вносятся изменения в соглашение 8 февраля 2019 года, заключенного между правительством области и Минстроем России, о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета на строительство второго этапа автомобильной дороги в городе Вологде по улице Возрождения, микрорайоне Южный, протяженностью 487 метров. Часть уменьшения лимитов бюджетных ассигнований в связи с образовавшейся экономией после завершения строительства объекта в размере 1 851 600 рублей, в том числе из федерального бюджета в объеме 1 424 300 рублей. Понятно, спасибо. Соглашение о представлении нового межбюджетного трансферта Департамента дорожного хозяйства. Указанным соглашением в Вологодской области предоставляются иные межбюджетные трансферты на период с 2020 по 2022 год в размере чуть больше 10 миллиардов рублей на реализацию таких проектов, как строительство моста через Шексну в городе Череповце и строительство моста в створе улицы Некрасова в городе Вологде. Спасибо. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством области и ПАО «ФосАгро» в 2020 году. Предлагается проект соглашения, заключается с ФосАгро, объем минеральных удобрений в размере 35 тысяч тонн в физическом весе для заключения на экономическом форуме Сочи. Да, хорошо. Соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Сбербанк АСТ». Уважаемые коллеги, соглашение тоже предлагается к подписанию на Сочинском форуме. Сбербанк АСТ является дочерней компанией Большого Сбера, крупнейший в стране оператор электронной торговли в сфере государственных муниципальных закупок. Посредством соглашения предполагается развивать сотрудничество по обеспечению повышения эффективности торгов в электронной форме, организуемых органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. Да. Согласен. Так, у нас вся основная прессия, вопросы есть? У меня вот уточняющий вопрос по первому разделу, 20-й пункт, Светлана Анатольевна. Мы ГИС, Управление инвестиционной проектной деятельностью, хотим распространить на подведы и АМСУ, когда в соответствии с вносимыми вами изменениями?
технически все готово. Сегодняшнее принятие дает... задал вопрос. Мой вопрос звучал, не готово, не готово. Когда мы планируем это сделать? С момента вступления данных поправок. Таким образом, мы официально готовы уже. Мы сейчас еще в органах исполнительной государственной власти не в тестовом, а в рабочем режиме не запустили так называемый Вегас, да, где с управлением инвестиционной проектной деятельностью. А поскольку мы в органах исполнительной государственной власти это не сделали именно уже в таком режиме, значит, в постоянном, да, в текущем режиме, зачем мы сейчас сразу форсируем события и распространяем эту систему на АМСУ и на подведы? У нас многие проекты завязаны на соисполнительство подведомственных учреждений органов местного самоуправления. Поэтому результативность реализации проекта для органов власти зависит от того, насколько органы власти будут предоставлять подведомственные учреждения подключены. У нас этот вопрос с кем обсуждался, коллеги? Этот вопрос обсуждался и был согласован с курирующим замгубернатором Виталием Валерьевичем Пушиным. А члены правительства у нас как-то вовлечены были? Уже был со всеми согласован. Со мной не согласован. Со мной не согласован. Я против внедрения сейчас автоматизированной информационной системы, государственной информационной системы на подведы и АМСУ до его рабочего применения в органах исполнительной государственной власти. Вот. Мне не нравится эта идея. Коллеги, вами согласовано, вы поддерживаете, да, сейчас запуститься? Кто-то может как-то высказаться? Это обсуждался вопрос? У меня это вызывает огромные сомнения, честно говоря. Ни у кого не вызывает. Значит, давайте снимем на доработку этот проект постановления. Значит, как минимум на недельный срок и еще пообсуждаем. Давайте так. Целиком снимать не будем, блокировать, да, значит, на неделю снять и разобраться еще в этом вопросе. Светлана Анатольевна, понятно, да? Значит, с членами правительства обсудить и вот и мне доложить. И дальше мы решим, выносим мы на следующую неделю на нашу повестку текущее правительство или нет. Александр Ильич, есть вопросы? Предлагаю принять вопросы основной повестки, за исключением, ну, понятно, пункт, который был заблаговременно снят, и пункт, который, значит, предлагаю снять я, то есть пункт 20 раздела 1. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Спасибо. Будет ли, коллеги, дополнительная повестка? Так, пожалуйста, Лариса Владимировна. Включить в повестку заседания правительства области дополнительный вопрос о внесении изменений в постановление правительства области от 30 октября 2008 года номер 2099. Проектом вносится изменения в положение в оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Доложу департамент образования. Пронечева Людмила Рудольфовна. Так, хорошо. Антон Ильич, пожалуйста. Прошу вынести дополнительное соглашение к соглашению 16 декабря. Это предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету области на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам социального найма на 2020 год. Докладчик. Докладчик Юрьевич Вадим Евгеньевич, департамент строительства. Хорошо, Михаил Николаевич, пожалуйста. Антон Игоревич, прошу внести в повестку рассмотреть проект постановления правительства Вологодской области об внесении изменений в порядок предоставления субсидий на проведение комплекса агротехнических работ. Доложит начальник департамента сельского хозяйства Парамонов. Да, хорошо. Коллеги, это вся повестка. Предлагаю утвердить повестку. Кто за данное предложение? Кто за? Против? Спасибо. Так, пожалуйста, Людмила Рудольфовна, пожалуйста, вам слово. Проектом вносятся изменения в положение по оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, это государственные образовательные учреждения наши областные, в связи с приведением его в соответствии с законом области от 24 декабря 2019 года номер 4626 УЗ о внесении изменений в закон области об оплате труда работников государственных учреждений области. В части увеличения на 20% минимального размера должностного оклада руководителей и их заместителей. Средства в областном бюджете предусмотрены в полном объеме на 2020 год. Хорошо. Так, коллеги, вопросы к докладчику? Вопросов нет. Юрьевичев Вадим Евгеньевич, пожалуйста. Проектом дополнительного соглашения вносятся изменения в соглашение от 16 декабря 2019 года, заключенное между правительством области и Министерством просвещения Российской Федерации, о предоставлении субсидий с федерального бюджета, бюджета Вологодской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020 год. В части утверждения перечня объектов капитального строительства в связи с
заключением государственных контрактов на приобретение 11 жилых помещений, 15 муниципальных образований Вологодской области. Одна квартира в Верховашском районе, Вожегодский район одна квартира, Кирилловский район одна квартира, Череповецкий район 5 квартир, город Череповец 3 квартиры. Срочность вынесения данного дополнительного соглашения заключается необходимостью своевременной оплаты по заключенным государственным контрактам. Понятно, спасибо, коллеги. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Пожалуйста, Сергей Евгеньевич. Настоящий проект постановления разработан в целях устранения технической ошибки в части определения базовых ставок при предоставлении субсидий на проведение агротехнологических работ по картофелю и овощам. Уточняются суммы, что по овощам открытого грунта на гектар субсидия будет составлять 65 500 рублей, на картофель 2012 рублей. Спасибо, коллеги. Вопросы Сергею Евгеньевичу? Вопросов нет, Александр Ильич, по доп. Повестке. Вопросов также нет. Предлагаю принять вопросы доп. Повестки. Кто за? Против? Воздержались? Спасибо, коллеги, закончили.